работать для того, чтобы запустить, официально запустить нашу персональную стратегию, курс по персональной стратегии третьего потока. Виктор, привет! Всем привет! Приветствую всех! Рома, привет! Рад вас всех видеть! Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Всем привет. Сегодня первый эфир. Возможно, он будет не очень структурированный по сути. Возможно, что у кого-то сегодня не получится даже и присоединиться к прямому эфиру. Но это не имеет никакого значения, потому что мы сегодня для вас такой, знаете, благоприятный и очень-очень свободный день. Здесь у нас сбоку, вот сбоку есть такие сердечки. Нажимайте на них, если вам все нравится. У нас будет с вами очень простой, форма очень простая. Ольга, доброе утро. Очень простая обратная связь. Вам все нравится? Жмем на листочки. Костя Цветков, привет. Очень рад тебя видеть. Вот на сердечки. Вот. Оля, добрый день. Оля, добрый день. Всем привет. Очень рад вас всех видеть, и действительно, это будет очень интересно. Знаете, к сожалению, вот время, в которое мы живем, оно постоянно нам предлагает разные сюрпризы. И все, что происходит в нашей жизни, мы должны как-то на это реагировать. Но реакция на происходящее в нашей жизни, оно напрямую связано с моделями вашего поведения. Что это значит, модели поведения? Александра, привет. Это значит то, как мы себя ведем в зависимости от разных ситуаций. И именно сегодня в нашем первом курсе я вам постараюсь дать свое представление, откуда возникают наши модели поведения. Вот вкратце, наверное, сегодня расскажу о том, что будет на сегодня на первом нашем курсе. Итак, мы поговорим о персональной стратегии. Что вас вообще ждет? Сегодня воскресенье. Сегодня эфир наш в 9 утра по московскому времени. Это очень комфортно для всех иногородних наших друзей. У вас будет сегодня целый день, и завтра еще будет целый день. Но я вам предлагаю сделать все задания сегодня, чтобы завтра вы уже могли размышлять немного над теми вопросами, над которыми мы с вами будем, собственно говоря, трудиться. Итак, самая главная задача – сосредоточиться и дать себе обещание в том, что за эти 6 дней – воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг и пятница – вы сможете решить большинство стоящих перед вами задач. Первое, вы помните, кто попал в нашу группу, мы с вами говорили о том, как важно отвечать на вопрос «Зачем?». Именно вот этот главный вопрос, именно основа того, что вы думаете, основа ваших задач общих и помогает, вернее, и привело вас сегодня в эту группу. Группа на Фейсбуке, мы общаемся на Инстаграм, немного неудобно на первый момент, но есть определенные плюсы. Мы потестируем с вами в группе групповой звонок видеочата в Фейсбуке, непосредственно в чате, и посмотрим, как у нас все будет работать. Но я точно знаю, что историю в Инстаграме можно сохранить, и вы ее потом сможете посмотреть. А истории или записи группового чата Facebook я пока не знаю, как они организованы. Итак, персональная стратегия человека. Что это вообще такое? Это представление своей цели, понимание своих моделей поведения и управление своими моделями поведения, то есть реакциями на окружающий мир в соответствии с вашими глубокими или истинными, или сегодняшними, неважно, как угодно их можно назвать, ценностями. То есть, если сконцентрироваться над задачей, которую мы с вами хотим сегодня решать, это значит, получается, что ваша главная цель – осознать, что же является вашим внутренним «я». Это огромная, очень сложная задача. Я не психолог. Мы не будем заниматься психологическими практиками. Мы будем заниматься изучением самого себя, человека. Мы будем с вами работать. Я буду давать вам инструменты,
а вы будете выполнять задания, которые в результате выполнения всех заданий сложатся и откроются вам пазл. Поэтому не переживайте, если вдруг сегодня вам что-то не ясно или что-то непонятно. Всем привет! Ваша задача сконцентрироваться на главном. Если вы пришли в эту группу, значит, вы мне доверяете. И я вас прошу на первом этапе довериться моей программе. У вас у каждого есть выбор. Если что-то вам не подходит, в любой момент вы делаете ручкой мне вот так и всем нам, и вы выходите из группы. Так вот, задача следующая. Для того, чтобы осознать себя, нам нужно понять, о чем мы думаем, что мы чувствуем, и каким образом вот эти мысли и чувства формируют наш внутренний каркас из наших ценностей. Как я уже начал сегодняшний наш эфир, наш мир представляет вам очень много разных вызовов. И один из вызовов, я не буду быть в хайпе, то та атмосфера в отношении нашей будущей жизни. На самом деле это такой серьезный вызов человеческой цивилизации. И возможно то, что мы с вами сегодня находимся здесь в онлайне, что у нас есть возможность пообщаться, рассказать друг другу какие-то внутренние свои страхи и переживания, это и есть отчасти, возможно, достаточно серьезная нам всем с вами помощь. Итак, что у нас с вами есть? У нас с вами есть наша закрытая группа, куда с сегодняшнего дня больше никто не зайдет. Это первое. Второе. В нашей группе, помимо меня, есть наши кураторы. И эти кураторы сейчас здесь. Если кто-то из кураторов, которые смотрят мой эфир, готовы сейчас немного поделиться своими впечатлениями о том, как они прошли первый курс, как они прошли второй курс, как некоторые идут на третий курс, я вас очень прошу сейчас мне в комментариях напишите, я готова поделиться. Я вижу здесь и Светлана Горелик, доброе утро. Если вы сейчас нажмете и напишите мне в комментарии «я готов», или «я готова», пожалуйста, буду очень рад, чтобы вывести вас в эфир, чтобы наши люди, кто пришли к нам впервые, готовы продолжить общение с нами. Итак, у нас есть кураторы. Что это значит? Что в самое ближайшее время всю нашу большую группу я разделю на подгруппы. И каждой подгруппе у вас будет куратор, который прошел уже этот курс, который прошел не просто первый курс, а который прошел и второй курс, и он знает, как решать эти задачи. Мало того, в малых подгруппах вы начнете общаться между собой. Если раньше мы вводили, Эльхан, привет, если раньше мы вводили групповую работу в середине, то групповая работа у вас начнется уже завтра. Вы даже себе не представляете, насколько это важно общение. Друзья, у нас с вами третье. Есть наш групповой чат в Фейсбуке. Пожалуйста, используйте его по максимуму. Я буду только рад, если вы начнете в нем писать свои мысли, эмоции, переживания. Но я вас предупреждаю сразу. Я не терплю критики. Если что-то кому-то не нравится, если кого-то что-то не устраивает, не надо об этом писать в общий чат. Знаете, есть прекрасный фильм «Миллиарды». Я вам всем рекомендую его посмотреть, это сериал. Так вот, там был один момент, когда один человек при всех выступил против одного из лидеров. Тогда лидер его отозвал в сторонку и говорит: слушай, если бы ты пришел ко мне, я бы в лепешку разбился, чтобы тебе помочь. Но если ты, не придя ко мне и не спросил меня, не попросив моей помощи, критикуешь меня при всех, и я сделаю все, чтобы ты с нами больше не работал. Поэтому я очень вас рекомендую, пишите все, что вы хотите, думайте, общайтесь. Наш чат – это свобода волеизъявления. Единственное, что не надо делать – рекламироваться, не надо постить спам. Давайте там говорить о нашей группе, о ваших внутренних переживаниях, о всем том, что вам нравится, чем вы живете, как у вас происходит жизнь в вашем городе. Кстати, будет очень интересно, напишите, пожалуйста, список городов, если кто-то есть еще не из Москвы, который сегодня присутствует в нашей группе, будет очень интересно. Так вот, это третий наш групповой чат. Я с вами там всегда на связи, 24 часа, 7 дней в неделю. И не поверите, первый наш курс, который состоялся 4 года назад, наш чат до сих пор живет. И кто-то периодически туда пишет, о чем-то говоря,
говорит, и мы задают вопросы, и я с удовольствием отвечаю. С сегодняшнего дня я ваш наставник. Волгограду привет. Я ваш наставник. И это навсегда, если вы этого хотите. Я никому ничего не навязываю. Я лишь рассказываю о том, как можно это сделать. И ваша задача подумать, взвесить за и против и принять решение, идете вы дальше или нет. Подумать о том, что для вас именно важно, что именно вы хотите добиться, и я вам в этом помогу. Итак, все, что я вам рассказал, у нас есть. Какой принцип работы? Сегодня именно про принцип работы. У нас с вами будет устроено обучение следующим образом. Каждый день, начиная с сегодняшнего дня, перед нашим эфиром, перед нашим занятием, например, сегодня занятие в 9 утра. Это значит, что ровно в 9:00 в прямом эфире моего инстаграм-профиля вы все заходите, и я с вами делюсь самыми свежими, самыми важными идеями, которые у меня возникли в отношении нашего курса. Например, я вчера фактически до 2 часов ночи сидел и комбинировал правильную рабочую тетрадь. Итак, первое – это вводный эфир, на котором вы задаете мне вопросы, ставите мне сердечки, не забывайте, ну-ка давайте понажимайте вот так, сердечки, чтобы у всех был сегодня прекрасный день, все были здоровы. Мы с вами обсуждаем вот это вот начало. Я даю вам энергию для того, чтобы вы абсолютно точно знали, что это я. Смотрите, вот время. 09:21, воскресенье, 15 марта. Чтобы ни у кого не возникло иллюзии над тем, что это запись. Наши видеоуроки – это запись. Я их подготовил заранее, чтобы все было точно рассчитано, чтобы было продумано. Это видеозапись. И да, я ее выкладываю, буду заранее. Поэтому, а вот прямые эфиры – это та возможность у вас пообщаться со мной, задать любой вопрос. В нашем чате, вот здесь, можно писать. Я даже вот пытаюсь вот сейчас одновременно, сейчас одну секунду напишу вам. Всем привет, друзья. Просто я не могу это писать много, потому что это очень сильно отвлекает, но я вам хочу показать, что именно это я вам и отправлю. Ура! Все, получилось. Итак, всем привет, друзья. Дальше. Наша с вами самая главная задача – находить время. Вот с сегодняшнего дня ваша жизнь подчинена расписанию нашего курса. Напомню, вот вы должны спланировать вашу задачу. Пропускать эфиры не рекомендуется. Самое главное – чувствовать энергию. Если вы уже записались сюда, то, пожалуйста, сконцентрируйтесь на том, чтобы эту неделю посвятить не мне, вам, каждому из вас, себе, лично себе. Это ваша неделя. Это для вас я работаю, для того, чтобы у вас получилось то, что вы хотите. Сегодня с 9 до 10. С завтрашнего дня, сколько хочешь, Ильхам, мы с тобой еще отдельно поговорим. Мы с завтрашнего дня работаем по следующему графику. 21:00. Прямой эфир. Минут 15-20. Потом просмотр обучающего видео. Самостоятельно. Я отключу эфир. Вы уйдете на Facebook, посмотрите видео. За это время я выложу в группе домашние задания, выложу рабочую тетрадь, что очень важно. Сразу вам скажу сейчас про рабочую тетрадь. Что это такое? После прохождения первых 2 курсов, общаясь с выпускниками, они мне сказали: «Роман, очень все классно, очень все нравится, но хотелось бы какого-то, знаешь, места, где все складывается». Поэтому я предлагаю вам 2 варианта. Первый вариант. Вы берете большую тетрадку, пустую, чистую, толстую, и все-все пишете от руки. Все таблицы, которые есть в наших презентациях, они все будут выложены в заданиях, перерисовывайте. И это магия. Вы даже себе не представляете, насколько это круто, насколько наш мозг впитывает все то, что человек написал от руки. Это первый вариант. Он самый лучший, самый глубокий, самый важный и самый структурный, потому что в одном месте у вас будет все-все задания. Второй вариант.
Я вам приготовил рабочие тетради. Это файлы в формате PDF, которые можно распечатать, и в нем тоже можно все писать. Это, скажем так, балансирует между вашей тетрадкой, которую вы будете вести, и моими распечатанными файлами, которые можно скрепить или потом забрушировать, и у вас будет книга о вашей персональной стратегии. Третий вариант. Я вам предлагаю вариант рабочей тетради в формате PowerPoint. Вы можете это также скачать и на компьютере заполнять это текстом. Это тоже вариант, и он тоже работает. Итак, три любых варианта, которые вы выбираете в отношении рабочей тетради. Файлы рабочей тетради будут расположены в виде ссылок, на которые вы проходите и скачиваете. Дальше. Стартовал эфир вот как сейчас. Тот эфир, который идет в данный момент. Потом я его отключаю. Вы уходите в Facebook. Я в наш общий чат кидаю ссылку. А ссылка на мероприятие. То есть наша структура происходит следующим образом. У нас есть группа в Facebook. Это группа, в которой будет наше общение. Закрытая группа. Именно там вам предстоит будет выполнить ваше первое задание. Сейчас у вас нет возможности ничего писать в группу. Но как только закончится этот эфир, вы начнете в группу писать. Что вы будете делать? Ваша задача разместить один единственный пост. Этот пост начинается с того, что вы пишете «Меня зовут». Например, «Меня зовут Роман Дусенко. Я профессиональный консультант. Я личный коуч. Я бизнес-тренер». Дальше вы выкладываете любую, самую понравившуюся вам фотографию. Эта фотография и ваш текст является вашей персональной страницей в нашем коучинге, в нашем курсе. Вы нажимаете кнопку «Опубликовать», и это единственный пост, который вы сделаете в рамках нашего занятия. Что это значит? Что через какое-то время в нашем главном чате появится 57 страниц ваших фотографий, ваших текстов, все. Что дальше, спросите меня вы? А дальше начинается самое интересное. Вся работа, все ваша обратная связь мне вы будете выкладывать в виде комментариев. Комментарии в Фейсбуке имеют древовидную структуру. Что это значит? Вот сегодня, после того, как вы опубликуете пост, после того, как вы начнете делать домашние задания, после того, как вы их выполните, некоторые домашние задания я попрошу вас выложить в виде комментариев к своему посту. Итак, так как я уже сказал, древовидная структура, у вас будет 7-6 больших комментариев, может быть, чуть больше. День 1, день 2, день 3, день 4, день 5, день 6. Как только вы сегодня сделаете основной комментарий к вашей странице, день 1, то есть на него функция «ответить». И тогда получается у нас дерево. И каждое задание дня 1 вы будете делать к своему комментарию к первому, который у вас есть. Итак, первый комментарий, к нему ответить, выполнение задания. Первый комментарий, к нему второй ответ, выполнение второго задания. Третьего и так далее, так далее, так далее. Поэтому все очень просто. Первое, что я вас предупреждаю, не нервничайте, не переживайте. Если у вас вдруг сегодня что-то не получится сразу, я с вами. С вами наши кураторы, которые есть. Сегодня день старта. Да, много всего непонятного. Вы вдруг впервые в жизни, возможно, приходите в онлайн-обучение, и от вас что-то требует. Тут есть правила, есть задачи. Но это классно, это работает. И я вам гарантирую, что вы получите результат. Единственным, важнейшим условием получения вами результата является ваша дисциплина. И если вы в состоянии будете каждый день вовремя выполнять домашние задания, а на выполнение домашних заданий у вас будет 24 часа, все будет хорошо. Светочка, вижу тебя. Спасибо тебе большое, Света Горелик. Вот что, не нервничайте, да. Свет, если ты готова выступить немного и рассказать о том, как у тебя, какие были эмоции, все будет хорошо. Поэтому, ребята, кто готов рассказать из наших всех... Паша, привет. Все, кто готов рассказать из наших кураторов. Кстати, друзья, если вы сейчас смотрите наш эфир,
Но это опция, бонус. Но вы не знаете, что происходит, я вам два слова скажу. Это запуск бесплатного 6-дневного курса по формированию персональной стратегии человека. Если вдруг вы приняли сейчас решение присоединиться к нам, и это единственная возможность, то сейчас в ссылке моего профиля Instagram есть ссылка на переход в закрытую группу Facebook. Вы можете в этот Facebook зайти, зарегистрироваться, я вас приму. Машенька, Мазепа, привет, я очень рад тебя видеть, Маша. Это вообще уникальный человек, с которым мы прошли первый курс, второй курс. Маша, если у тебя есть желание, если есть время, и ты можешь пожелать и поздравить участников с началом, я буду очень рад. Все, вот кто там есть, пожалуйста, на ссылке в чапке профиля, пожалуйста, присоединяйтесь, я буду очень рад вас всех видеть. Это единственный раз. Итак. В 21.00 завтра начнется прямой эфир. Потом вы смотрите видео. Потом вновь приходите ко мне сюда на прямой эфир. После прямого эфира у вас 24 часа на работу. Итак, я хочу уже, наверное, заканчивать. Сейчас мы с вами подведем маленький итог. Итак, вы работаете в закрытой группе. Ваша закрытая группа – это место, где будет размещен ваш единственный пост. Все наши обучающие занятия будут идти в виде мероприятий. В каждом мероприятии оно будет сделано, и вы получите приглашение. На него надо нажать «Принять». Тогда перед вами откроется наполнение этого мероприятия. Именно в самом мероприятии все структурировано. Будут выложены обучающее видео, текст презентации, все-все-все задания. И отдельный пост, который называется «Вопросы». Именно к нему можно задавать все вопросы, которые вы хотите, чтобы всегда можно было к ним вернуться. Потому что если задать вопрос в чате, в групповом, он может там за счет очень большого количества людей уйти наверх, его трудно будет найти. Но именно в посте вопросы вы всегда сможете вернуться в это мероприятие. Как найти мероприятие? Я вам все покажу, запишу видео в экране. Вы заходите в нашу закрытую группу. Там есть мероприятие. Вы нажимаете «Мероприятие». Там есть календарь. Нажимаете на календарь. И там будет сессия 1, сессия 2, сессия 3, сессия 4, сессия 5, сессия 6. Итак, много информации. Не переживайте. Все будет классно. Вы все сможете сделать. Почему? Потому что я и наши кураторы будут вам помогать. Сейчас мы заканчиваем наш эфир. И мы начнем наш следующий эфир, вот такой же, в 10 часов 10 минут. 10.10 я по московскому времени вновь приглашаю вас присоединиться сюда. Что вы будете делать эти 40 минут? Вы сейчас, после окончания нашего эфира, уходите в Facebook и начинаете смотреть обучающее видео. Но прежде чем его смотреть, возьмите листочек, ручку, чтобы пометки делать сразу по ходу. Сейчас не выполняйте упражнения, которые в этом видео есть. Вернитесь к нему чуть позже. Именно там вы можете всегда отмотать, посмотреть. Поэтому, пожалуйста, посмотрите это видео и ровно в 10.10. Сейчас я напишу. Надеюсь, вот не очень удобно здесь устроен функционал комментариев. Ну, неважно. Значит, в 10.10 я напишу в нашем чате. Я вас снова жду здесь, на прямом эфире. Дорогие мои, ставим сердечки. Я уверен, что все у вас понятно, все хорошо. Все, кто новенькие, прямо сейчас идите в шапку профиля, кликайте ссылку. Я увижу вашу ссылку, и вы будете приняты в группу. Дальше я вас включу в групповой чат, и вы поедете. Ну что, мои друзья, я вас всех поздравляю. Это третий поток. Это курс персональной стратегии. С учетом всего происходящего в мире, вполне возможно, нам очень важно сейчас осознать, что является нашими ценностями, что для нас важно, как себя вести. Не стесняйтесь выражать свои эмоции в нашем чате. Давайте без критики, без негатива, позитив, переживания. Мы вас всегда поддержим, всегда найдем ответы на все вопросы, всегда поможем. Поэтому я вас поздравляю с успешным стартом третьего потока. Встречаемся здесь в 10.10 утра. Сегодня по московскому времени.